Что если я вам скажу, что секретный агент всех обманул, включая самого Вантузмена? Ведь если повнимательнее обратить внимание на последние серии и посмотреть, что там происходило, то становится ясно, что Красный Камермен также был причастен к секретной миссии, причем еще очень давно. Но последняя часть 70-й серии навела большую шумиху, ведь там умер Вантузмен и Дарк Спикермен. Однако, как оказалось, они не совсем умерли, и на самом деле мы их еще увидим в следующих сериях. И сегодня я вам это докажу. И объясню, как все, что я вам только что рассказал, напрямую связано с убийством Вантузмена. Но перед этим не забывай про подписку и лайк на канал, так как больше половины зрителей не подписаны на мой канал, но смотрят видео. Это очень странно, поэтому если смотрите видео и вам нравятся мои ролики, то подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А теперь давайте начнем. Для начала давайте вспомним 65-ю серию, где мы видели, как Скибиди-полицейский не стал убивать Красного Камермена, хотя имел при себе один снаряд. Тогда нам не сильно было понятно, почему такой жестокий Скибиди-Туалет не стал трогать Красного. Ведь можно вспомнить начало 67-й серии, где видно, что он никого не щадил и убивал всех подряд. Учитывая, что Красный Камермен имел связь с секретным агентом, а он, в свою очередь, имел связь с ученым и общался с ним, значит, у ученого и секретного агента была договоренность, в котором было написано, что Скибиди-туалетом нельзя убивать определенных агентов, в том числе и Красного Камермена. Взамен на такие условия, понятное дело, и секретному агенту нужно было что-то предложить ученому. Судя по всему, этим «что-то» стали книги Тивменов, которые мы увидели в лаборатории Скибиди-туалетов. А судя по 55-й серии, где мы в самый первый раз увидели технологию телепортов у Скибиди-туалетов, значит, этот договор был подписан, начиная именно с 55-й серии. И скажу вам больше, в этой серии можно было заметить секретного агента и Красного Камермена, а также НЛО Астротуалета. И это еще одно доказательство, что секретный агент сам дал технологию телепортов ученому взамен на условия, о которых я вам говорил ранее. На это еще и указывает странное появление Красного Камермена в сериале. Заметили ли вы, что до 55-й серии мы его в сериале видели всего лишь 3 раза? В 3-й серии, в 39-й серии и в 50-й серии. И смотрите, сколько раз он начал появляться в сериале после 55-й серии. Это все потому, что до этого выпускать Красного Камермена в бой было очень опасно. Секретному агенту нужны были гарантии, чтобы тот не умер случайно. Но неужели секретная миссия, которую он предоставил Красному Камермену, настолько важная, что он согласился передать книгу Тивменов своим противникам? Как вы поняли из 3-й части 70-й серии, этой секретной миссии было убийство самого ученого. Поэтому, в принципе, оно того стоило. Ведь ученый — это мозг всей армии, а война Альянса и Скибиди-туалетов — это прежде всего война технологии. И теперь тот, из-за кого прогресс скибидистов был выше и выше, нет в живых. И прогресс Скибиди-туалетов остановится. А это повлечет за собой крупные проблемы у них. Так что, думаю, Джимен рано или поздно прибегнет к помощи Астротуалетов, хочет он этого или нет. Но сейчас давайте вернемся к теме сегодняшнего видео. Все-таки, почему же секретный агент решил убить Вантузмена? Вот тут и начинается самое интересное. Сейчас вам расскажу. Но перед этим хотел бы напомнить вам о крутой мобильной игре Grand Mobile. Это онлайн-город со своими жителями, экономикой и вайбом. Тут можно общаться с реальными людьми по чату или голосом, взаимодействуя с ними прямо как в реальной жизни. В этой игре ты можешь стать кем угодно. То есть это по сути ролеплей-игра про Россию. Поэтому очень советую скачать, а также не забудь использовать наш промокод Скибиди, который даст себе гелик, 30 тысяч рублей и VIP-аккаунт на 7 дней. Ссылку на скачивание, как всегда, ты найдешь в описании под роликом. Можно будет играть как на Android, так и на iPhone. Ну а мы продолжаем, друзья. На самом деле, ответ на этот вопрос очень прост. Из всех агентов, которые зашли в лабораторию, выжил только он. И он единственный свидетель того, что секретный агент имел контакт с ученым и даже передавал ему технологии. Поэтому оставлять его в живых очень опасно. Но Дефук точно не будет стирать его память, и Вантузмен будет появляться в сериале
так же, как и красный камермен или зеленые близнецы. Однако тут есть одна большая проблема. Чтобы мы его видели, нам нужно или смотреть серию от его лица, или же чтобы на него смотрел некий другой камермен, который также имеет связь с секретным агентом. Потому что обычные агенты без помощи Дефукбум не могут видеть тех, кто уже умер физически. И поэтому я пересмотрел весь сериал в поисках того самого камермена, от лица которого мы снова сможем в будущем увидеть Вантузмена или других убитых. Мой взгляд сразу зацепился за симп камермена, а это, кто не знает, влюбленный камермен. Он очень мало появлялся в сериале и спустя очень короткое время пропал. В последний раз мы его видели в 57 серии, где видно, что он не умер, а просто повредился. Его, в принципе, можно поместить в экзоскелет, как этого агента из 54 серии. И да, я не нашел ни одного доказательства, что он хоть как-то связан с секретным агентом. Единственное, чем он запомнился зрителям, это тем, что он любил Ти-Вумен, так как она спасла его в 49 серии. Но в 57 серии она оставила его и спасла Вантузмена. Но вы спросите, раз он не имеет возможности увидеть мир глазами Дефукбума, тогда при чем же он и почему я про него вспомнил? Для начала посмотрите на эти кадры и на то, как же сильно грустит Ти-Вумен. Так вот, а что если Симп Камермен узнает про то, что Дарк Спикермен и Вантузмен умерли, и захочет ради своей любимой девушки разгадать эту загадку, чтобы попасть ей в глаза? Ведь по реакции Камермена Титана мы можем понять, что с Вантузменом было все нормально и он начал искриться очень внезапно. А если он еще и узнает, что Красный Камермен и некоторые другие агенты имели преимущество в виде защиты от скипти-туалетов, он получит еще больше мотивации разгадать тот самый секрет Дефукбума, который он так сильно скрывает от всех. Ведь он повредился в том же бою, где был в том числе и Красный Камермен. Сам же Красный Камермен, судя по этим кадрам, не знал о том, что секретный агент передал книги ученому. Кстати, маленькая ремарка. После 67 серии, когда секретный агент напрямую пошел против ученого, прямо в лабораторию, гарантии на неубийство Красного Камермена уже не действовали. И поэтому скипти-разведчик в 70-й серии спокойно его убил. Поэтому после всего, что Красный Камермен узнал перед и после своей смерти, он попытается рассказать влюбленному Камермену или другому агенту, чтобы те смогли рассказать правду всему Альянсу. А по кадрам из лифта на долю секунды можно было заметить близнецов без помощи секретного агента. А это означает, что все-таки обойти систему реально. Если узнать, как это сделать повторно, то Красному Камермену и другим призракам удастся получить контакт вместе с живыми агентами. Еще одно доказательство, что Вантузмен и Дарк Спикермен вернутся в сериал, заключается в пазл-сливе, где была фраза «This is the end for someone». Конечно, я тут зацепился за слово «someone». И кто не знает, слово «someone» означает «кто-то один». Можно понять по этому слову, что конец для кого-то одного, а не сразу для нескольких персонажей. И тем более тут сформулирован так, the end, не убийство, не смерть, а the end, то есть конец полностью. Только один персонаж полностью исчез, остальные же умерли, но только физически, не ментально. Но, конечно, никто не сможет ответить, как именно мы увидим Вантузмена или же Дарк-спикера, но я постарался доказать этим видео, что это рано или поздно будет. Поэтому, если вам понравилась моя теория, советую посмотреть мой разбор третьей части 70-й серии, если вы еще не видели. А теперь, друзья, я с вами прощаюсь, поки-моки.